В этой рубрике отдельной строкой мы затронем вопросы безопасности дорожного движения и алгоритмы действий пешеходов и водителей в конкретных ситуациях. Телезритель Анатолий Александрович интересуется, в какой момент водитель должен принимать меры к снижению скорости при подъезде к пешеходному переходу? Этот вопрос можно разделить на два подвопроса. Согласно правил дорожного движения и согласно здравого смысла. Согласно правил дорожного движения, водитель должен снижать скорость вплоть до полной остановки, тогда, когда он увидел пешехода, вступившего на пешеходный переход или идущего по пешеходному переходу. Но в данном случае я не могу согласиться с людьми, писавшими правилами дорожного движения, поскольку здравый смысл подсказывает, что вы не можете знать, что у человека, который приближается к пешеходному переходу, о чем он думает, в каком он состоянии, и ступит ли он на пешеходный переход, несмотря по сторонам, или проявит здравый смысл. Таким образом, для собственной безопасности, для безопасности пешеходов, принимать меры к снижению скорости, либо же обозначив себя сигналом, необходимо в тот момент, когда вы увидели пешехода, идущего к пешеходному переходу. Ну, а если вы видите ребенка, либо лицо преклонного возраста, то в обязательном порядке необходимо снижать скорость, когда вы увидели пешехода, именно идущего или же бегущего ребенка к пешеходному переходу, поскольку опасность для водителя возникает именно с этого момента. И именно с этого момента он должен действовать, руководствуясь пунктом 10.1 ПДД. Ваши вопросы мы ждем по телефону 8 86 92 88 51 03.